Друзья, всем привет! Меня зовут Света. Большое спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня я хочу сделать видео про покупки одежды. И я, в принципе, всегда за то, чтобы одежда была достаточно универсальной. Поэтому то, что я сегодня буду вам показывать, я буду носить и зимой, сейчас пока холодно. Что-то, естественно, перекочует на весну, а что-то даже на лето. Да, вот так я как-то умудрилась купить. Но в целом все достаточно простое, доступная, универсальная, и я люблю такое сочетание, потому что, не знаю, мне кажется, это прикольно найти что-то по демократичной цене, но что-то такое симпатичное, классное, что приносит тебе удовольствие. Так что, если вы хотите посмотреть, что же я купила, то, конечно же, оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра. У меня здесь огромная гора одежды, я вам буду все подряд показывать. Только успевайте смотреть, как говорится. Первое, что я себе взяла, это вот такой вот черный базовый свитшот из базовой коллекции Faberlic. У Faberlic очень классная базовая коллекция, и классная она потому, что там очень неплохие вещи по очень доступной цене. Я очень довольна этой вещью, потому что она подо все подходит, она теплая, при желании ее можно будет носить весной или, например, даже в какой-нибудь прохладный летний день. И это действительно базовая вещь, которой у меня не было. Теперь она у меня есть, таскаю с черными брючками, вообще просто супер весь такой, знаете, total black look. Я в последнее время обожаю что-то такое. И еще в Faberlic я взяла себе вот такое вот боди темно-темно-синего оттенка. Кажется, наверное, на камере черным это боди. Зачем взяла? Во-первых, для того, чтобы поддевать под пиджаки. Это достаточно интересно смотрится. Во-вторых, потому что боди за счет того, что оно здесь застегивается на кнопочки, не выправляется из джинс или брюк, и это тоже всегда очень кстати, то есть периодически его таскаю, и знаете, если, например, опять же надеть черные брюки, вот это вот боди, все это так по фигуре, кажется такой сразу модельный вид. И к тому же это боди отличного качества оказалось, оно не просвечивает, и у него очень хорошая цена. Следующая вещь, это та вещь, про которую спрашивали все, это вот такая вот бежевая толстовка, это H&M, это мужской отдел, я ее взяла в размере XS. Она, конечно, может быть немного мне великовата в плечах, но по факту смотрится просто как оверсайз. Так что, если вдруг кто интересовался, это H&M. Таскаю тоже совсем, и если, опять же, такой наступает день, когда я не знаю, что надеть, или я вообще не накрашенная, там куда-то тащусь, и понимаю, что ну все, просто капец, шеф, мы пропали, то я надеваю вот эту вот толстовку, и вроде бы ситуация становится лучше, она как-то, видимо, освежает лицо. Также из Италии я привезла себе очень крутой шарф, и я его купила за 10, что ли, евро, я подумала, что это совсем недорого, я его купила вообще на рынке, и он просто потрясающий, он такой огромный, мягкий, я его обожаю, и знаете, почему-то именно вот это сочетание цветов подходит подо все, и если я надеваю какую-то верхнюю одежду и вижу, что я совсем как-то так скучно и серо выгляжу, то шарф вот этот вот меня выручает. Так что тоже мой такой, наверное, совет вам попробовать поиграться с аксессуарами, вдруг прокатит, или купить какой-нибудь подобный шарф. Мне кажется, такие оттенки идут всем. Еще, кстати, взяла вот эту вот рубашечку, это магазин Reserved, я ее купила всего лишь за 799 рублей, если даже не за 699. Сейчас в магазине Reserved огромные скидки. И мне очень повезло, что я нашла эту рубашку. Это рубашка, которую я надела и поняла, что это одна из немногих рубашек, которая мне действительно идет. Я искала именно такую рубашку, чтобы она была немного оверсайз, чтобы она была длинная, потому что я очень не люблю, когда вот, например, какие-то кофточки или рубашки выправляются из брюк. Единственный косяк, к ней все липнет, и надо постоянно ее елозить роликом, либо пшикать антистатиком. Еще что взяла из базового, это вот такая вот белая футболочка. О боже, сколько раз за последние года три я покупала белые футболки. И это были все футболки на один раз. Вот не знаю, второй раз уже надеваешь, и ну просто вот ни о чем. Она какая-то страшная уже становится, вытянутая, теряет форму. И это даже еще не после стирки, а до стирки. Вот эта вот футболка просто какая-то находка. У нее в составе еще примесь какая-то, которая немного
тянется, да, и за счет этого футболка не мнется, она никак не деформируется. И очень как-то классно так струится по фигуре. Знаете, вот когда показывают всяких звезд, которые типа надели белую футболочку, идут такие расслабленные. Вот эта футболка из этой же серии. У меня много, кстати, пополнения именно базового в гардеробе, потому что я прочитала книгу Рогова про стиль. И, в принципе, можно сказать, по этой книге, вот так вот перелистывая страницы, обновляла свой гардероб, потому что в один прекрасный момент я поняла, что у меня в гардеробе куча барахла, но это барахло никак не соответствует ни мне, не сочетается между собой, и вообще это просто какой-то, на самом деле, шлак, который пора выбросить, и вообще о чем я думала, когда я его покупала. Поэтому я взяла себе классическую тельняшку, просто вот такую белую, в черную полосочку. Она отлично смотрится на фигуре, она очень из такого приятного материала, что самое главное, что после стирки ее не надо гладить. Я ее прям перед видео постирала, повесила просушиться, она сухая и совершенно не мятая, подходит подо все. И опять же, что зимой, что весной, что летом, таская не хочу, всегда будешь выглядеть в ней неплохо. Далее, я взяла себе два платье. И я постаралась выбрать платье так, чтобы их можно носить и зимой, например, с теплыми колготками, и также можно было бы надевать и весной, и летом, и чтобы они, самое главное, сочетались, эти платья, с разной обувью и подходили под более спортивные варианты, потому что, ну, на каблуках я очень редко хожу. Первое платье оказалось вообще очень удачным. Это вот такое вот платье с цветочным рисунком, у него на талии резиночка, и эту резиночку можно, скажем так, варьировать по высоте, и за счет этого платье тоже у вас то удлиняется, то укорачивается. И очень классный момент такой игривый в этом платье, что у него, я сейчас вам спинку показываю, на спинке, на шее такой большой бантик находится, и это очень как-то так мило, по-девичьи. Я один раз ходила уже в этом платье в ресторан и чувствовала себя настоящей принцессой в этом платье, вот честное слово. И второе платье, вот такое вот платье леопардовое, это платье-рубашка, то есть здесь оно прям идет как рубашечка. Неплохое платье, взяла его, кстати, в Бершке буквально за 1000 рублей. Оно такое, опять же, девчачье, такая длина очень кокетливая, прикольная, но не выглядит это все вульгарно, несмотря на оттенок и на расцветку, что, собственно говоря, меня, если честно, очень удивило. Оказывается, леопард может быть не прям таким вот, мол, берите меня, а очень даже милым и женственным. Еще одна супер просто вещь, которую я купила, и почему я раньше не знала, что это в Бершке продается. Оказывается, в Бершке есть целая линейка джеггинсов всяких разных оттенков. Я, естественно, взяла черный цвет. Раньше я брала джеггинсы в Калзедонии или в Калцедонии, я не знаю, как правильно говорится. Но там они стоят по 4000 рублей, и здесь всего лишь 1500, по-моему. И очень-очень-очень завышенная талия. И сидят они как, ну не то чтобы вторая кожа, но прям вот очень сочно, я вот так вот могу сказать. Все, что надо, подчеркивают, где надо, присбирают. Ножки в черных джеггинсах, конечно же, смотрятся гораздо более худенькими и длинненькими. И это прям вот моя любовь. Единственное, что здесь нет вот этих вот штучек для ремня. Понятное дело, что они и так держатся, но иногда как какой-то имиджевый элемент охота присунуть ремень. И здесь некуда его присунуть. И, кстати, про ремень. Наконец-таки у меня появился вот этот вот ремень с этой знаменитой пряжечкой. Это, конечно же, сперли, насколько я понимаю, у Gucci ремня. Но сейчас уже все бренды повторили такой ремень. И знаете, вот что самое главное? Это как-то работает каким-то образом, каким-то макаром. И как-то украшают любые джинсы, любые брюки. И даже самая скучная скукота из моих брюк выглядит гораздо лучше. Вот. И сам ремешок очень даже неплохого качества, хотя был очень бюджетным. Ну и последнее, что я взяла, это вот такие вот кроссовки. Гиперобъемные кроссовки. Я долго хотела что-то подобное, в разных магазинах мерила, хотела даже онлайн заказать, в итоге пошла по самому простому пути и купила в Бершке. Там еще есть в молочном цвете
и в горчичном цвете. Но мне показалось, что в черном цвете самые универсальные, плюс у меня дома много и так белых и молочных каких-то кроссовок. А горчичный цвет, мне кажется, это совсем прям для модниц, для тех, кто умеет комбинировать. Черный цвет, мне кажется, он подходит подо все. Их классно вообще эти кроссовки обыгрывать и с платьицами, и с всякими разными брюками, и даже с классическими я пробовала. Прикольная вещь. Вот реально, она какая-то такая, мне кажется, стильненькая и подходит именно под мой стиль. И так как я девочка низенькая, мне еще на руку то, что здесь достаточно высокая платформа, и я становлюсь повыше. Ноги кажутся тоже длиннее. Так что вот такая вот покупка. И, собственно, девчонки и мальчишки, если вдруг смотрели меня, это все, что я хотела сегодня вам показать. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, что вы думаете по поводу моих покупок, что вам понравилось, что не понравилось, что бы вы одели, что бы не одели. Если вам понравилось, то, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Большое спасибо, что были со мной до конца. Помните, что вы самые лучшие. Я вас очень сильно люблю, и до встречи совсем скоро.